В Алматы прошел большой полумарафон. В спортивном мероприятии приняли участие около 5000 человек. Забег прошел по двум дистанциям – 10 и 21 километр. Бегуны стартовали ранним утром с парка первого президента. Самые сильные и выносливые пробежались до центрального стадиона. В соревновании приняли участие знаменитые актеры, бизнесмены и спортсмены. Приходили люди и всем коллективам. Победители получили медали, а участники – заряд бодрости и позитива. Наша команда из 6 человек. Мы закончили марафон, пробежались, получили заряд бодрости, силы, веселья. Очень понравилось. Спасибо организаторам. Еще будем участвовать в следующих марафонах обязательно. Возьмем другие дистанции, будем достигать побед. Совсем скоро, 18 июля, состоится традиционный летний забег. Зарегистрироваться на участие можно на сайте алматинского марафона. Мероприятие пройдет на территории Алматы-Арена. Участвовать в нем можно с 6 лет. Стоит отметить, что марафон проходит ежегодно. Собранные средства направляются на поддержку благотворительных проектов. У алматинского большого марафона есть благотворительные цели, которые мы ежегодно исполняем. Участники, да, должны, чтобы участвовать, оплатить стартовый взнос 7000 тенге. Они за это получают участие, футболку и медаль на финише.